Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 960. События дня. Сирахов 7:39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 2 августа 2018 года. Петр Михалев, священник. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Хочу в храме на стенах повесить наиболее важные отрывки из Библии. Могли бы вы посоветовать какие-то цитаты? Благодарю. Отвечаю, Марка 16:15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Сирахов 7:39. Во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь. Иеремия 15:6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Откровение 14:13. Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Но дела о делах. Приходится много работать тут, это и понятно. Расчищать территории, наклоны. Мне говорят, а что с глазом? У меня глаз кровью налился. Там, говорят, капилляры лопнули. Я вчера еще с врачом посоветовался. Как? На оба глаза, Елена? Да бывает и на один. А на какой? Да тут никак не узнаешь, на какой. Ну, вот у меня был один поврежден. Тут инфекция занесенная 3 года назад. Может, именно на него, может, ослабленный. Другие советуют, закапать надо. А как раз этого и делать-то и не надо. Кровь и так прихлынула, ты еще раз загреваешь. После обеда я сказал, я не приду сегодня после обеда. Наклоняться нельзя нисколько. Съездил на огородчик свой, там горох он рвал, там малины, что. Остались там вчетвером Володя, Сергей Пупков и Виталий Калиников, кто-то работает у Игоря Барабаша. С утра 8:30 батюшка назначил молебен, там канон, пророку Илии. Мне пришлось проповедь сказать. День прошел спокойно, в молитве тут. Вытаскивали из-под земли сетку рабису, да колючая проволока. Попало мне и на голову, фуражка старая порвала, и Надежда Васильевна мне сделала верх новый. 3 раза переделывала. Загибает вовнутрь, а она, материя-то толще, не налазит. Покров фуражки. Красный. Синий, белый. Сейчас покажу. До этого, чтобы голову прикрыть, я взял, тут лежала пилотка. У меня много военных. Вот она, пилотка. Ее видно, не видно. Даже не знаю, как. Просто пилотка. Я вывернул и на голову надел. А батюшка увидел и говорит, во, еще как. Я говорю, а у тебя-то твоя камелавка-то лучше. Так это награда. Я говорю, это тщеславие. А у меня от работы. Вы друг перед другом тешитесь. А здесь вот ничего, наверное, не видно. Как же показать-то, какой цвет? Ничего не видно. Ну-ка, уберу-ка я тут шторку. Нет, не видно. А вот. А то у меня фуражка такая. Вот теперь видишь как. Вот теперь и пилотку-то будет видно. Вот так я. Это тоже событие. В Барнауле Марина находится с Полиной. Там у Гали загуляют достопримечательности Барнаула. Смотрят. Ну, завтра, наверное, уезжать будут уже на Украину. Благослови, Господи.
Вот все события. За один день с ней не работать. До обеда я поработал. Там у нас называется, куда кладем, трава, мусор, кубы. Так, длина, ширина метра по два. Это бывает больше, ну и так высоту. Я все вырывал. А наши привезли шифер к Любе Минаевой. И туда сразу она позвонила мне. Я говорю, бегом, бегом. Сергей, Володя туда убежали. И там Игорь, они втроем покрыли крышу над сеновалом. До этого была буря. И шифер весь сорвал. Он летел, и другой шифер где-то там пробивал, наверное. Ну, вот это пришлось туда сходить, тоже заснять, как работает. Пришла тут Надежда Васильевна, у меня старые брюки, давай починять. Да смени новые никак. У меня все старое, и оно плотное, хорошее, и мне очень нравится. Я ни копейки на это не трачу. И на сегодня, в общем, так-то все события показать. Наши ресурсы. Я еще не показал мой мир. Очень люблю его. Вот я в шапке, тут можно переписываться. Другой, где с голубем, это просто контрольный. И православный форум. 3099 день. И вот с утра пораньше. Это сегодня я поставил 2, 10, 14 роликов сегодня поставил. События дня уже 4 человека посмотрели. Кто как работает и не ест хлеб даром. Вот уже 10 человек. 17 минут прошло. Какие таланты есть у военных? 22. Прощальный последний в этом году костер. Ну, что-то рыбалка понравилась людям. А больше ничего не посещали, смысле-то пока нету. Спят. И большой очень у нас во свете Библии православный библейский сайт. И на этом все.